Всех приветствую на канале Дороги Михаила Люшина. Приглашаю покатиться по дорогам Саратовской области от Хвалынска до Р-228 до поворота Балаково. Трасса 13 сентября 2024 года. Исторические кадры обмена возврата не подлежат. YouTube, Рутюбе, в Яндексе оставляю данный сюжет. Смотрите, подписывайтесь, пишите, читаю, отвечаю. Где кому удобно, все как обычно. Продолжение сюжетов от 13 сентября. Кто смотрел, как выехали с аэропорта, практически со стоянки около аэропорта Самарин-Курумыч. И проехали М5, Р-228, заехали в Хвалынск. И вот из Хвалынска выезжаем, и дальше будет, сразу говорю, анонсом. Дальше тоже Р-228 сюда, Саратова, и по Саратову. Вот. Здесь проезжаем бывшие, бензозаправка была, много что тут уже заросло. Неоднократно все это показывал. Просто сейчас вам показываю участки дорога, виды на Волгу. Ну и солнышко навстречу, уж извините, как всегда, навстречу. Здесь будет вот поворот такой, 90 градусов, будьте внимательны, но в остальном все нормально. Дальше еще увидите новую развязку около поворота на Алексеевку, ну и другие там моменты, кто-то просил показать, вот показываю. Не буду вам мешать смотреть, здесь вот такие виды на Волгу. Через Ивановку, Алексеевку проедем. Музыкальное сопровождение, как обычно, дискотека 80-х-90-х. Слушаем, смотрим. Не буду мешать. Позови меня в ночи, приду,
прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты всегда была моей. Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты всегда была моей. Приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты всегда была моей. Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду. Всех из памяти сотру, друзей, лишь бы ты всегда была. Лишь бы ты всегда была моей. Лишь бы ты всегда была моей. Must be it, yes it must be the mail.
недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, где качается на дюнах Шереметьевский баркас, и у вас в карельских скалах на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова, и у вас в карельских скалах будет личный водолаз. На недельку до второго я уеду в Комарова на воскресной электричке к вам на краешек земли. Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо. Я за то, чтоб в синем море не тонули корабли. На недельку до второго я уеду. Crazy with a crazy. Oh.
На асфальте мелом ты рисуешь лето, ласковое море трогаешь ладонью, воду, воздух, время, маленькую тайну, то, чего не знаешь, кому не скажешь. И беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега. Ну, такая обстановочка была на участке от поворота на Алексеевку. И сейчас будет, проедем поворот на Балаково. Следующий сюжет я вам рассказал, какие будут. Благодарю за просмотр. Берегите себя, не болейте, оставайтесь со мной. Показываю все в ускоренном режиме просмотра, чтобы не занимать ваше время. Есть, конечно, камеры. Протираю вам, чтобы лучше было видно, потому что мошкой уже забило стекло. Вот поворот на Балаково. До встречи в новых сюжетах. Всем пока-пока.